Я, ребят, всем привет, с вами как всегда я Валрос, и сегодня мы вместе с вами будем проходить необычную карту в Майнкрафте. Сегодня мы будем угадывать других ютуберов по Майнкрафту не по голосу, а по их скину. Да, вы, наверное, на ютубе видели очень много видеороликов там, где ютуберы угадывали других ютуберов по их голосу, они были очень популярны, но теперь мы будем угадывать ютуберов по их скину. Надеюсь, вам понравится это видео, поэтому прямо сейчас, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите комментарий, можете подписаться на мой ВКонтакте, можете подписаться на мой Инстаграм, почему нет? Ну а теперь давайте скорее же начнем. Вот я нахожусь в Майнкрафте, вот это мой скин, если кто не знал, и прямо сейчас мы будем проходить с вами эту прекрасную карту и угадывать ютуберов по их скину. Так, вот я нахожусь сейчас в прекрасной комнатке. Тут у нас стоит какой-то челик, создатель карты. Здорово, hello, Walrus IT. Так, давайте скорее же прочитаем, что же написано на табличках. Тут написано: создатель карты. Давайте нажмем. Создатель карты Фотон. Фотон, окей, создатель карты. Кстати, ссылочка на создателя карты есть в описании. Они молодцы, они придумали очень классную карту. В натуре, посмотрите, какая же красивая эта карта, да? Так, окей, правила карты. Первое, надо включить день. Второе, не мухлевать. И третье, не использовать баги карты. Окей, я вроде бы запомнил. День мы включили, давайте на всякий случай включу день. Таймсет 0. А что еще нужно делать? Не мухлевать. Не мухлю. Не использовать баги карты. Не знаю, есть ли тут баги карты или нет. Но давайте же скорее начнем проходить эту прекрасную карту. Раз, два, три. Так, Вячеслав ОО, то есть Аид, как я понял, нам нужно среди них угадать Аида. Ну, я так понимаю, что вот, скорее всего, это Аид. Он очень похож на мужчину, который снимает Майнкрафт. Ладно, окей, как я понимаю, нам нужно будет сейчас нажать на ту кнопку, которая обозначает Вячеслав ОО, то есть Аида. И, скорее всего, это именно, ну, вы знаете сами, Аида. Не знаю, почему наполовину оранжевый, не знаю, это нормально или нет. Но, в принципе, как я понял, Аид у нас здесь. Нажимаем скорее же на эту прекрасную кнопку. Дилерон. Так, это уже сложнее, потому что Дилерона я не особо скин помню, но... Так, ну это точно не Дилерон, потому что это какой-то скайварсерский скин, но серьезно, какой-то слишком много разных цветов, и, короче, нет, это точно не Дилерон. А вот это уже может быть похож на Дилерона, или же это Дилерон. Но он такой добрый, прекрасный, я люблю Майнкрафт. Не знаю, ребят, на самом деле, кто из них Дилерон. Давайте, ну, блин, вроде бы это чувак Дилерон. Давайте нажмем. Окей, мы угадали, мы идем вперед. Мы уже угадали целых двух ютуберов. Переходим к следующему. Эдисон ПТС. Нам надо угадать с вами Эдисона. Так, ну скин Эдисона я вроде бы помню. Он... Так, значит, кто это у нас? У нас это синий чувак с синей футболкой. Честно, не знаю, кто это. Этот чувак, это Дипуха. Дипуха, вроде бы, это создатель этой карты, поэтому вот здесь стоит. Дипуха крутой чувак, ссылка тоже будет в описании. Так, окей. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, Эдисон, этот вот этот чувак с клетчатой рубашкой, не застегнутой. Так понимаю, это вроде бы он. Или этот чувак, я не знаю, на самом деле. Ну, скорее всего, да, все-таки Эдисон это. Демастер, ну, Демастер, мы все прекрасно знаем его скин. Он очень, кстати, в отличие от других скинов, запоминающийся. Тут, кстати, еще кто стоит? Еще стоит челик с ЮТ. И еще челик. Ну, это на фьюшку похоже, на самом деле. Не знаю, фьюшка ли это или нет. Ладно, окей, скорее всего Демастер это вот этот чувак. Ну, вы сами прекрасно знаете, что это Демастер. Я так понимаю, да? Погнали! Fairy Hero, оу, а это уже сложнее, я даже не слышал о таком нике. Но, так понимаю, возможно, ну, это точно не этот чувак, потому что это Аид, и мы его уже угадали. О, что это нажал? Ой, я не знаю, что я нажал, ладно, окей. А это точно не Аид, потому что Аида мы уже угадали. А вот этот чувак знаком, где-то я его видел, скорее всего... Может, это Позитифон? Я, честно, не уверен, но похоже на Позитифона. Ладно, окей, пускай это будет Позитифон, это будет Аид, следовательно, это Fairy Hero, я так понимаю. Давайте нажмем. Фух, мы угадали! Еее! Так, Агера 001, ну, Агеру мы все прекрасно знаем, хотя... Тут сложно угадать. Но это точно не этот чувак, потому что вы сами знаете, что этот чувак, знаете кто? Знаете кто? Это Ял. И я думаю, вы все прекрасно знаете этого ютубера. А вот насчет Агеры я не уверен. Потому что, смотрите, тут два скина, они очень между собой похожи. И, следовательно, я не понимаю, а кто из них Агера? В принципе, блин, я могу рискнуть и нажать на эту... Или это... Ну, блин, но Агера, серьезно... У Агера, я помню, вообще другой скин. Ни один не из этого был. И, типа, я не понимаю. Может быть, у Агера этот скин? Давайте нажмем. Нет!
Я и дебил. Я дебил. Ладно, давайте сейчас заново по-быстрому пройдем. Так, это у нас Аид. Это у нас Дилерон. Это у нас Эдисон. С помощью этой карты я смогу запросто запомнить всех ютуберов. Это у нас Демастер. Это у нас Фейри Хиро. И Агера 01, следовательно, это чувак. Йоу! Да, Агера. Извини, я не сразу угадал твой скин. Но, в принципе, ладно, все, я запомнил. Я запомнил скин. Окей. Подождите, а кто сейчас показался? Фьюшка, да? Фьюшка, да, вроде показался. Так, ну, если что, это у нас точно не Фьюшка. Это у нас какой-то челик в синей штуке. Это тоже... Или подождите, или... Нет, не Фьюшка показался. Показался... А кто показался? Блин. Показался какой-то Кабум, короче. Я вот это только что вспомнил. Может быть, это Кабум? Это, скорее всего, просто, знаете, есть предположение, что это ютубер Зум. Зум Кабум. Угадал! Угадал, серьезно. А почему не показалось, что там было написано Фьюшки? Я не знаю. Ладно, окей. Следующие ютуберы. А, тут было написано Мистер Лоложка. Мистер Лоложка, вы знаете Мистер Лоложка? Я вроде бы знаю. А, вы знаете? А, я знаю, да. Окей. Мистер Лоложка. А, это у нас Зога. Это не Мистер Лоложка. Это у нас... Это у нас... Что-то знакомое. Я не помню. Блин, ладно, окей. А это у нас Мистер Лоложка. Я так понимаю, только у него скин какой-то странный. Но, в принципе, это Мистер Лололошка. Давайте же скорее нажмем на эту прекрасную, красивую кнопочку. Да, это Мистер Лололошка. Фьюшка, вот на этот раз у нас Фьюшка. И смотрите, тут стоит вроде бы скин Агера. Тут стоит какой-то синенький челик. И сам Фьюшка. Я, кстати, блин, не видел этого скина вообще никогда. Но я просто узнал по, знаете, вот поэтому, блин. Ну вот вы видите, да, там что внутри. Ну, короче, у него очков не было раньше. И этой куртяги тоже точно не было. Я отвечаю вам. Здорово. А, кстати, смотрите, это у нас создатель карты. Я его не узнал. Это Фотон. Если что, надо запомнить. Да, вот смотрите, они похожи. Они одинаковые, да. Окей. А, значит, Фьюшка у нас. Фьюшка, не оборачивайся от меня. Так, нажимаем. Окей, мы угадали Фьюшку. Теперь нам нужно угадать ютубера Зогу. Но, кстати, это для меня просто, потому что скин Зоги я знаю. Так, Тирасер, привет. Аид, привет. И Зога, дрова. Так, ну это да, это Аид, это Тирасер. Точно, точно Зога. Вот это точно Зога, да? Да. Я боюсь просто на самом деле проиграть. Пух! Это Зога. Так, окей, а здесь у нас намного все сложнее, но Зидр, я слышал об этом челике, но скина я его не знаю, поэтому будет немного сложновато сейчас кого-нибудь угадать, но ладно, окей, давайте подумаем. А, значит, есть у нас Лололошка, я так понимаю, это ведь Лололошка, да? Ну да, это Лололошка, скорее всего. А это у нас, получается, Агера, если я не ошибаюсь. А вдруг это Зидр? Кто знает, а? Вот не знаю, ну вроде бы Агера, мы вроде бы угадывали, это оказался Агера. Я так понимаю. Окей. О, там деревня, посмотрите, там домик видно. Вау, классно, классно, атмосферно. А, ну, следовательно, наверное, что Зидр у нас вот этот челик. Не знаю, как вы думаете, но мне кажется, Зидр это челик. Давайте скорее же нажмем на эту кнопку. Правильно. Слава тебе, Господи. Ладно, у нас следующие ютуберы. Тут у нас было написано Ивангай. Ивангай, как я угадаю, блин, Ивангая? Я не помню его скин, но скорее всего это этот скин, потому что он больше всего похож на Ивангая. Я помню, он раньше записывал видеоролики на Майнплексе, там угадывал рисунки. Были крутые времена, это был 2014 год, ё-моё, вот это ностальгия. Ладно, я так понимаю, что это точно у нас не Ивангай, потому что это какой-то слишком профессиональный скин. Ивангай это этот челик, это 100%. Так, следующий, Артур Деф. Ну, в принципе, Артура Дефа я слышал. И Артур Деф точно не этот скин, потому что это Фьюшка, мы его уже угадали, но... или этот, или этот. Но, блин, на самом деле, может быть этот, потому что я не знаю, этот скин первый раз вижу, и этот скин я тоже первый раз вижу, но... Он нам встречался до этого, и пошел дождь, надо его выключить. Так вот, скорее всего, наверное, это все-таки этот чел, потому что у меня как-то, не знаю, ассоциация с Артуром Дефом и с этим скином. Но с этим тоже есть небольшая, на самом деле. А это, может быть, Фейри Хиро как раз был, нет? Я не помню. Ладно, окей, оп. Слава богу, Тирасер Плей. Ну, это просто, мы знаем все прекрасно Тирасера. Это Аид, это Дебастер, ну а следовательно, посерединке, по золотой серединке стоит у нас кто? Правильно, Тирасер, давайте нажмем скорее на эту кнопку. Хух, мы угадали. Так, Shadow Priest, я так понимаю, что... Shadow Priest, он раньше дружил с Эдисоном, следовательно, он стоит тут. Хорошо, что я их не перепутал. А Эдисон стоит тут, Зога стоит тут, это же Зога, да, это Зога. Следовательно, Shadow Priest, то есть
Жека, вроде бы он так называется, стоит здесь, и это скин Жеки. Скин Shadow Priest'а. Прямо сейчас скорее нажимаем на эту кнопку. Спасибо, ты прошел карту. Ребята, мы прошли карту! Блин, я думал, я ее не пройду на самом деле, потому что я знаю очень плохо других Майнкрафт-ютуберов, но, ребят, мы ее прошли! Мы молодцы! Мы это сделали! Мы прошли карту под названием «Угадай ютубера» по его скину, и надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если же так, то, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк под этот видеоролик, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, я думаю, вам не будет сложно это сделать прямо сейчас, и, конечно же, можете заценить другие мои видеоролики по конечным заставкам, нажав по ним, вы можете перейти на них и посмотреть, надеюсь, вам они тоже понравятся. Но с вами был Валрос. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока.